Девчонки, привет! Ночное рандеву на бульваре Роз. Меня девушка одна спросила сегодня: скажи, пожалуйста, у тебя часы есть? Я говорю: ну, часы там, я знаю, несколько штук имеется. Вот, ну, как бы потом я так поковырялась мощно и вдруг обнаружила, что у них вообще валом просто. И я уж прямо вся побледнела. И поняла, что нужно в срочном порядке делать видео только по часам. Девчонки, значит, это 17,8, $160. Они вот как раз на мое запястье, у меня 16,5. Вот они будут на мне сидеть как раз. Здесь крупный циферблат, существует в шаблюле три вида циферблатов. Это крупный, средний и маленький. Все механизмы японские Миота. Вот такая модель, это модель 570, если кого-то интересует. Она бывает с гранатами, с опалами, с ониксом, с бирюзой, по-моему, даже с аметистом. Вот, и так это часы номер один. $160, модель очень удачная, красиво сидит на руке и богато смотрится. Девчонки, модель номер два, которую вам хочу показать, здесь уже будет средний циферблат. Вот относительно, я уже, правда, убрала в пакетик. Смотрите, видите, какой размер. Средний циферблат, значит, непосредственно эта модель идет на тоглах. Для тех, кому нравится такой вариант. В общем-то, как бы, типа браслета, часы-браслет. Я такое тоже очень люблю, которые будут, в общем-то, украшать вашу руку и не только показывать вам время. В данном случае также здесь опал, но это артикл 56, $135 они стоят. И, в принципе, к ним иногда бывает возможность, в общем-то, их заказать с гранатом. Это, в общем-то, наиболее популярные вставки, которые обычно от шаблюля просят. Хотя есть, опять же, оникс, бирюза, иногда даже жемчуг. Аметисты вставляются. Вот такие интересные, красивые часики. Размер 18 ровно. Наша очаровательная свинка Пеппа следит и смотрит, чтобы мы все вам показывали как нужно. Так, следующая, в общем-то, модель. Я хочу вам ее показать просто для того, чтобы вы знали, что такая модель существует, но не на продажу, потому что я сейчас я вам объясню. Это 578. Стоят они $146. Смотрите, очень красивые. Действительно, такие знатная модель, крупный циферблат. Просто в данных часах на стекле капелька клея. Вот видите здесь. Поскольку я не хочу ничего сама снимать, я просто Ронену эти часы верну. Пусть на заводе меняют циферблат или снимают клей. Я как бы не хочу продавать. Но, в принципе, я просто вам хочу показать, что вот существует такая модель. Она довольно новая и очень красиво сидит на руке. В данном случае вы тут видите одна вставка из опальчика. Так, еще я вам хотела показать из крупных. Хотя я знаю, что часто меня спрашивают про вот эту модель. В данном случае вот эти часы, которые сейчас вам покажу, здесь маленький циферблат. Видите, какая разница? Это 20,5 размер. В нем есть фианит голубой, или голубой топаз, или фианит. Смотрите, здесь в углу очень красиво. И такие часы, в общем-то, как вы видите, вот смотрится примерно вот так вот на руке. На меня они, конечно, огромные. Это 20,5. Цена $152, девчонки. Обратите внимание. Очень интересный вариант. Это из последних моделей также.
Если когда-то кто-то захочет заказать, это артикул 7.1, артикул 7.1, и сюда можно разного цвета вставочку. Дальше, девчонки, средний циферблат по размеру. Вот такие вот круглые часы с гранатом. У нас такие бывают часто и с опалом. В данном случае, сейчас мы промерим размер. Это цена 136 долларов. Артикул 589. Он немножко похож на другие часы, которые моей маме как раз понравились. У меня сейчас артикула нет, но там идет только одна рамка, как бы тут двойная. А моей маме, как правило, нравится мало чего в плане часов. Я же сама удивилась. Девчонки, они получаются 16, 17. Это размер 17. Но сейчас я хочу их все-таки промерить. 16,5. Они вот как раз на меня, вероятно. У меня 16,5 запястья. Это 17. Даже чуть-чуть свободно. Я думаю, за счет вот этих вот крупных изгибов. Так, еще раз хочу заметить, что они 136 долларов. И они идут с дополнительной цепочкой, чтобы они не свалились с руки. Вот есть такие же часы точно. Они идут с опалом. Видите, в чем разница? Те были с гранатом, эти с опалом. Сейчас я их тоже на себе померю. Это, вероятно, тот же размер идет. Вот просто другая вставочка. Также 136 долларов. Видите, мы можем теперь увидеть одну и ту же модель, но с разными вставками. И это средний циферблат по длине. Девчонки, за 126 долларов у нас вот такой вариант часов, где циферблат уже маленький, но довольно массивный, в общем-то, браслет с более крупными опалами. Сейчас я одевать не буду на себя, но так просто вот, чтобы вы увидели, как смотрятся такие часики на руке. Очень аккуратно, очень изящно и, главное, видно хорошо камни. Размер часов. Девчонки мне сказали, что нужно взять портняжскую такую ленту гибкую и, включая все изгибы, промерять. Вот вы правы, только надо ее где-то найти. Она где-то дома валяется. Даже две, по-моему. Девчонки, это идет 18, не считая вот этих вот изгибов на руке. Добавьте к ним еще чуть-чуть, чтобы понять размер. То есть это уже 18,5, скажем, грубо говоря, под 19. 126. Вот смотрите, такой же вариант примерно с крупным браслетом и тоже с циферблатом поменьше, но на этот раз гранатами и квадратный, и без никаких вставок. Вот такие красивые часы, они тоже стоят 126 долларов. И размер, есть предположение, что он будет такой же. Да, один к одному, это 18, но нужно добавить еще на вот эти вот, видите, сильные прогибы. На этот раз он идет с гранатиком. За 40, 142 доллара у нас имеется полностью серебряные часы без вставок, если кому-то мешают камушки. Вот здесь у вас чистая линия. Это средний циферблат. Несмотря на то, что он смотрится, как будто он маленький, но тем не менее, просто за счет того, что очень большой тут разлет идет крыльев самого серебра, квадратик. Смотрите, на руке это смотрится тоже очень оригинально. И
19,5 у меня записан размер, 19,5. Также вы видите, здесь есть цепочка удлинительная. Напоминаю, что это японский механизм йота. Циферблат перламутровый тут. Девчонки, за $92 предложу вам часы немножко вот такого плана с, в общем-то, не квадратной, а вот такой формой. Более вытянутой. Как вы видите, здесь имеются опалы и на браслете, и на самих часах. И вот эта прямоугольная форма, она, в общем-то, наверное, чуть-чуть удлиняет визуально циферблат. Как бы кажется, что он крупнее, но это маленький. Это из серии мелких циферблатов. Также есть куча звеньев дополнительных, если кому нужно что снять, вдруг ни с того ни с сего там похудеть, например. Размер, хотя куда тут снимать, размер здесь 17,5. То есть это вот такие вот часы, стандартный вариант на меня, видимо. 17,5. Часы должны быть примерно на один размер больше, как я понимаю, чем запястье. Если вы не любите, чтобы они вообще впивались в вас. Так, $92, девчонки. Прямоугольный вариант. Квадратненький вариант за $127. Вот так вот смотрится. Смотрите, какая красивая, изящная штучка. И это мне безумно напоминает нашу любимую модель проволочки. Видать, и навеяно ею. Вот видите, можно даже и в комплект. Соответственно, вот эта идея посетила меня только что. Вот я развернула их. Видите, оказывается, и к модели проволочки имеются часы. В плане размера это у нас 19,2. Ну и плюс возьмите там немножко на вот эти изгибы. Получается где-то 19,5. Вот. Видите, как прикольно. Браслетов нет к проволочке. Часы есть. Не удивлюсь, если еще и браслет я найду в итоге в какой-то момент. Девчонки, $127. Так, следующее удивительное чего-нибудь, что мы ископаем отсюда, это вот такие часы. Это, кстати, все уже модели, которые я сама не видела ни разу. $111. Они полностью серебряные. Смотрите, и у них циферблат серебряного цвета, не перламутровый. Поэтому часы получаются одного оттенка полностью. Вот такие они очень красивые. Смотрите, какая классная у них, какой классный браслет. Также есть дополнительная цепочка. Сейчас глянем, как они у меня на руке будут смотреться. Видите, звенья довольно крупные у них. То есть они будут, в общем-то, за счет того, что звенья крупные, особо с длиной играть трудно. Мне кажется, что такие часы должны быть все-таки свободно на руке, как бы не впритык. И они у нас идут на или 17,3, или 8, или 18, поскольку тут есть две возможности застегнуть. Вот такие интересные часики. Серебряным циферблатом. Девчонки, $111. Это называется, что у меня нет часов. Я в шоке, боже мой. Еще девчонка говорит, сними видео по часам. А я думаю, ну что буду видео снимать на 5 минут? Блин, а тут не конце крайне. Девчонки, на $95. У нас имеются вот такие вот уже.
Они идут с карабином, с удлинительной цепью, с сердечком на конце, поэтому не имеет смысла их промерять. Это, разумеется, уже будет как бы неважно, какая длина. Смотрите, я опять же считаю, что такие часы должны крутиться вокруг руки, как бы плавать, они должны быть как украшение. Немножко, может быть, кого-то смущает высота механизма, но тут делать как бы ничего нельзя сделать. Это часы, это же не сводч, которые абсолютно плоские, у которых, в общем-то, фишка такая, что они плоские. Так что, ну, вот у нас есть тут лого Шаблюлевская. Вот такой как бы браслет. То есть они должны в свободном полете быть, такие часики. $95. Так, еще одни квадратные часики. Внутреннее ощущение, что это такая же модель, но я взяла просто по ошибке два раза. Сейчас мы глянем. 621 модель. Да, да, то же самое. Это одинаковые часики. Просто взяла две пары. Так, остались у нас часы круглые, квадратных уже не будет. За 135 у нас сейчас будут часы 17,4. Это уже совсем такие очаровательные и такие вот аккуратненькие часики. Вот как они идут. Обычно такие часы цепочку предохранительную не ставят в Шаблюле почему-то. И очень жаль, почему. Но зато у них есть возможность застегнуть на две позиции. Чуть больше, чуть меньше. Вот такие часики на 17,4. $135. У меня такое ощущение, что какая-то ошибка в цене, потому как стоят они как большие часы, 135. Хотя, может быть, за счет того, что у них очень такой, видите, ажурный браслет, может быть, из-за этого. Непонятно. Если кому-то они очень сильно понравятся, напишите мне в личку, я цену перепроверю еще раз. Так, девушки, у нас еще имеется $91. Вот такие часики тоже они. Это по типу тех квадратных, но немножко другой ремешок. Видите, они совсем уже нежные такие. Это тоже уже такой браслетик, который должен, в общем-то, гулять по руке в свободном полете, мне кажется. Вместе с еще там парочкой браслетов рядом будет и неплохо совершенно. И опалики эти маленькие очень классно смотрятся. Так. Еще у меня, вероятно, опять же, я взяла все по две штучки случайно. Значит, у меня есть вот такие же, но немножко другой браслет. Это браслет как квадратных, видите, но циферблат круглый. Я цену вам не скажу. Я не написала, но, в принципе, они вот должны быть тоже в районе, наверное, меньше 100, я так думаю. Но лучше, конечно, потом перепроверить. Вот тоже они на карабине, то есть их промерять не надо. И последние часики, которые вам хочу показать. Это за $89. Вот такая вот интересная конструкция. Часы с такими колечками. Смотрите, это таких я тоже еще не видела ни разу. Опалы, колечки. Очень красиво. Так, сейчас все мы это поправим. И увидим, как оно красиво все смотрится. Тут у них эти петелечки, как-то они выгнуты.
Ладно, их потом поправлю сама, не хочу при вас тут это все дело портить. Ну вот, вот такой вот вариант дизайна. И что-то у меня тут запуталось. Ладно, оставим его в покое, не будем, так сказать. А, вот. Не будем портить хорошую вещь. Она тоже, эта хорошая вещь, на карабине идет. Вот так вот, как бы это все застегивается. И, в общем-то, на руке, тоже в свободном полете, оно должно быть. Девчонки, у меня все-таки ощущение, что их закрепили неправильно. Смотрите, как бы не может быть такого, что колечко... Короче, какой-то очень умный человек одну петельку закрепил наоборот, я так думаю. Хотя, может быть, я и не права. Может быть, просто они как-то их надо... Ладно, не буду ломать, пусть Ронен ломает голову. Девчонки, короче, в таком, при таком положении вещей я, конечно, вам не советую купить именно эту пару часов. Поскольку мне кажется, что такие ошиблись, и петелька наоборот. Но, в принципе, сама модель очень классная. Для любителей часов как украшения самое то. Если кого-то интересует, индекс 658. $89. Вот, девчонки, так это скромненько, почти на 23 минуты. Есть еще одна пара часов, но они не на продажу. Просто их заказали. И я вам хочу показать модель, может быть, вам понравится. Это 575. Я вам цену не буду называть, поскольку в любом случае они, как бы они не на продажу. Они идут, это как... Видите, браслет мы уже такой видели, а вот именно циферблат, он немножечко странный, такой квадратненький. Так что, если кому-то понравится такой вариант, 575, просто заказать можно с другими вставками. Вот, все, девчонки, расходимся. Каждый по своим делам, лично я спать. Пока видео выгрузится, в Казахстане уже будет утро. У нас уже будет ночь. Вот, так что спокойной ночи, кто спит. Доброго утра, кто проснулся. И встретимся в следующем видео. Пока.